Это очень странный бэкстейдж. Впервые в истории Тимати реально вытащит клип в своем отсутствии. Бэкстейдж, как Егор Крид снимает клип Тимати. Скромный, да, парень? Да-да-да. Чей влог? Егора. Всем доброе утро! Не хочу так рано просыпаться, даже ради Тимати. В 11. В 11. Мы как договорились, как немец. Смотри, 11.03. Теперь уже я понимаю, что ты мог приехать в 11.10 даже. Почему? Потому что опоздали твои друзья. Кто? Джиган вообще еще час нам говорит. Сейчас. Че, давай приехать? Я, да. Ему 10 минут ехать же сюда. Не, не 10, минута. У меня же ехать минуту, брат. Я здесь живу. Ну что, на холме. Серьезно? Да. Это знаешь, как в школе. Кто ближе всех в школе живет, он всегда опаздывает. Я пошел. Куда? На грим. На грим. А Тиман приехал? Да, он уже готов. Я опять в твоем экране. Крик проснулся вовремя, а ты пельмень спал просто. А еще Сигора наберу. Он тебя возьмет. А этот привезли уже, тот, который Майбах? Что это вообще за Геннадий Майбах? Вот он стоит первый. Нам сегодня на съемку привезли Гелендваген Майбах, у которого открывается крыша. Ку-ку, ёпты! 1.5 миллиона долларов. Слушай, а в нем вообще удобно или нет? Я честно не ездил. Бля, балдежный тачка. Крыша сходит такая. Я не сомневался, что у него такая должна быть. А сейчас мы с тобой проговорим тот диалог, твой звонок. Я думал, было бы прикольно, если бы не был бы выключен у меня телефон. Да вообще, мне и кажется, получается, он мне звонит. Алло. Алло, Егор. Алло, да, это кто? Это Тимати. А, и сразу пи. Ну, можно так. Что-то разъединилось. Знаешь, что самое интересное? Вот Маша по клипу очень дохера всего сделала, реально. Типа, конечно, там нашла всякие штуки. А когда Маша мало делала? А клип не мой. У меня сегодня два лука, но много опций. Шуба. Сегодня мы косплеим клип Попстар, Джастина Бибера и Дрейка, так как Тимати ушел с Блэкстара. Ништякаус. Но Блэкстар не ушел из Тимати. Я уже говорил Егору, скажу еще раз, что в 2020 году это будет лучший клип Егора. Хотя это мы воруем клип, но делаем чуть по-своему. Вот видите, у нас есть клип, чтобы как там, но мы сделаем розовую. За окном не Майами и не Лос-Анджелес, а Москва. Блин, ну есть ощущение, что как будто бы вот из Коколё, да? Сразу кадр. Спасибо. Заур! А что бы тебе как бы сказать? Мне кажется, вот это, не? Она, мне есть одна небольшая проблема, она мне чуть мала. Да, ну конечно, лишь бы. Там, вот так вот прям да, идеально сидит. Угу. Вот с этого ой, прям кадр. Привет. Блин, какой у тебя рюкзак? Серьезно? А чем ты девушка? Треснутый. Ну-ка. Блин, слушай, нормально бьет. Ну понятно, в кого. А если вот так вот делать, еще жесть будет, смотри. Сначала на нас она работает. Отвернет, да. Тикток, друзья, это сложно. Не, реально, есть видео, над которым мы заморачиваемся, там 4 часа снимаем, по 5 часов, и ради одного видео. Девочка с картинки, нравится в волосах и резинки, только не делить у нас на полотенке, я люблю ее, она любит вечеринки.
Самое обидное, что когда ты заморачиваешься над видео, и оно может не зайти, а видео, которое ты снял там за секунду, какую-то чушь, оно там на миллионы лайков залетает. Жиза 2020 года. Вот эту машину никто не должен перекрыть. Это будет рисоваться другая. Мы решили, что будет не Rolls-Royce, а Ford. Ну, в принципе, нормально. Я хочу, чтобы вы вот так вот прям стояли. Мы прям так стоим, друг? Ну, вот, как вы обычно стоите. Мы сейчас что обсуждаем? Не вот так вот. Да я думал, что мы стоим у машины с двух сторон. Стоим, Джека, тут, я тут. Тим, ходит, мы... Ну, мы не нарисуем ее. Да нарисуем, спокойно. Пошли, пошли. Этого Форда. Крик, так и скажи, что нравится тебе тачка. Да. А можно я что-нибудь? Спасибо. Прибор чуть сюда. Все, плохо будете делать, я Мишане скажу. Я заходил к Сереге в клетку. Тигр побежит, я тебе точно говорю, он схавает не джигу тебя. Ты же сладкий. Вкусный. Нет, да, ребят? Бля, джига, ты вообще. Ну скажи, что это максимально по кайфу съемка вообще. Полтора часа из хаты шел пешком. Пришел, сидит на стуле, кальян курит. Еще вот, раз шел, приготовились. Еще не... А он в ТикТок видео выкладывал. И все. А ну нормальный кадр. Все, снял. Еще раз, еще раз, еще раз. В спальне просто на полу, ну, тигр валяется. А что, ты боишься тигра? Да. Так, что там говорил? ТикТок? Я не боюсь. Вот здесь? А вы переехали? И нам говорят, здесь будет Тимати, мы такие, что? Да. Серьезно? Дрим Тим сейчас? Да, вот здесь Дрим Тим? Вот здесь, да. Ты серьезно? В нашем доме, да. Так может всех потянем на тот камеру? Только самое главное, чтобы никто из окон ничего не снимал. Это точно важно. Не, серьезно вы там живете? Да, серьезно. Вышел такой, смотрю. Смотрю, в тапочке. Представь, вот просто здесь лежит тигр, не головой туда, а он просто сидит здесь головой сюда. Егор вот здесь вот, он просыпается вот так. Не, вот. Не, это ничего не обращает внимания на кису. Круче не придумают. Ну это вообще, ну типа это очень думаю. Смотри, давай приведем, а там разберемся. Хорошо. Рубашка ништяк. Дайте мне траекторию, пожалуйста, девочки, чуть-чуть дальше. Не обращай внимания, пусть они занимаются. Сон Тимати, наконец-то стал явью. Тигры, Егор Крид в кровать. Все то, о чем он мечтал. Тигром страшно было? С тигром стрёмно было, но потом мы с ним уже подружились, с ней точнее. Вот. И все спокойно стало. Но вначале нервно, ты же не понимаешь, как себя поведет. Ребята, да, это очень странный бэкстейдж, потому что вы смотрите бэкстейдж, как Егор Крид снимает клип Тимати. Что еще в 2020 году могло произойти? Наверное, только лучше. Величайший камбэк. Я в Майами как Джига, ты в Майами как Айза. Это новая школа, все как будто под спайсом. Я в Москве вместе с Гуфом, знаешь, что было дальше. Пропадаешь как клипы, иногда даже чаще. Спасибо. Давайте, все. Мы говорим Алексею Долматову спасибо. Я погнал. Давай, спасибо тебе, на связь. Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати. Без понятия как, я не знаю, как это получилось, я извиняюсь. Ты хотел моих денег, я дал тебе сдачу, взять сумку? Ты хотел моих денег и прям вот с лестницы все эти бабки, и я дам тебе сдачу, просто вниз пускали тебя. Ну, кстати, даже так нормально уже выглядит. Сейчас просто... Мне кажется, заметить. Склейка. Было прикольно на коронавирус надевать маску. И в ней открывать маску. Может быть, будто коронавирус просто. Прикольно. Где это? Будто коронавирус на кровати стало делом. Давай туда добавим просто бабки. Давай. Ты можешь оставить, там просто все в пачках денег и одно молоко стоит. Положите больше денег. Саш, прям пачками. И прям вот сюда, где эти яйца, прям туда все пачками, много пачек. Что за гениальный мозг, не? Или надо режиссер? Давай. Егор, и лимоны. Может, лимоны? Лимоны. Красава, лимоны. Я сказала, правильно, сильно добавить цвет, да. А лимоны это типа лимоны. Ай!
Положи лимон или не, вот рядом, да. Сильнее кадр увеличать, честно. Он наглеет, братан, конечно. Друзья, если хотите, чтобы я вам снял самый лучший клип в вашей еще жизни. Еще один лимон есть? Звоните Зауру, он мой менеджер теперь. Все? Нет ствола какого? А, блин, кран есть. Возьмите ствол, положите еще ствол. Да, да, да. Я, кстати, применил сюда, знаешь что? Себя. Скромный, да, парень? Я, кстати, знаешь, что себя применил? Я не думал, что долго носить тапки – это травмоопасно. У меня просто болят пятки очень сильно. Просто накидывают шубу. А есть автомат? Это же, в принципе, быстро, часа через... Джига когда? Проблема только одна, что мы реально будем сидеть и ждать, ничего не будем делать, правда. Успеешь туда-обратно? Конечно. Джига кофту оставил. Все, но не отвлекайте. Мне очень нравится идея вот эта. 1-0, далее смотрю на звездопад. Поднимаем наверх, там звезды просто. И мы просто сделаем вот так, и потом вот так. Мы спокойно можем поменять на графике ночь на день. А, ты имеешь в виду и в просыпание? Да, и в склейку идем просто в тьма. Уйти от тебя. 10 минут, кстати, прошло, интересно? Вот через 2 минуты. Погоди, это М-ка? Это коллаж глушителя? Да. Вы что, гоните? А есть автомат? Он не может появиться просто так. Что мы видим поначалу? Твои руки. Тын-тын-тын-тын-тын. Мы не видим даже этот автомат. На орбиту с батута. Просто поднимешь. Я говорю это вниз, потому что я... Застегиваю. А ты даже можешь... Тебе не надо на этих словах. Автомат без обоймы. Скажи это мне, а потом застегивай, понимаешь? Сделай. У нас это есть. Монограмма. Этот дом и свободен. Тут 2020. Уходить надо с честью, а не как вон усатый. Автомат без обоймы. На орбиту с батута. Звезды падают с неба, не надев парашюта. Это чей влог? Наш. Егора. Ты уже оброс. Привет. Привет. Поздравляю. Спасибо. Так, а мы все, идем снимать? Да. Пропадаю как клипы, иногда даже чаще. Вот теперь смотри, вот пошел припев. Вот, на припев. И нам надо на этом припеве сделать машину. Да. Нам надо сделать Моргенштерна у бассейна. Да. Тут и сделать джигана. Да, двойной. И сделать джигана с бургерами. Да. И потом... Тихо, не надорвись. Конечно, такой, да, конечно. Я, знаешь, на свою голову, знаешь, кого поднял? Этого. Хасана Бароева. Я себе спину так сорвал, я его подвинуть не могу. А я, знаешь, кем боролся? С Таймазом, блин. Но они железные. Я тебе говорю, там снимали на такую дичь. Это будет самый четкий лост. Опять твоя макрами, если ранил, прости. Успеем, я да? Я могу здесь очки надеть, хочешь? Хочу. Хочу. Даш, можно Шанель очки? Ну вот так, это хорошо. Вот здесь одевают очки, вот финал. Вот камера идет, тихо. Я опять твоя макрами, если ранил, прости. Так уж ушло, что все знают. Сейчас с нашей стороны, да? Не, просто вот эта съемка, наверное, сложная. Вы заплатили копейку? Вырежете, как я курю кальян. Ты ждешь моих комментариев, у меня их нет. Да вот же, Моргенштерн, главная звезда. Я пока Лёша тоже звезда. Нет, я просто пришел в шубе постоять. Давай, давай, или не поешь. Я опять один по жизни, снова номер один. Егор, я опять один по жизни, снова номер один. Вы видели, какой джига огромный? Он просто, бля, рамос. Может, я должен просто мимо пройти? Ну, только... Стоп, еще раз. Так, хватит баллов, давай. Получается, через бассейн сокращается пространство. Вот сюда салат и всю тему, быстрее. Джига делает вот так, Егору дает бургер. Иди сюда. Вот есть... Прикиньте, короче, ты стоишь на улице уже полчаса, в руке вкусная еда, ты ничего не ел.
а есть нельзя. Мимо ходит Егор, такой, ой, эту сиску буду, эту сиску не буду. Это мне нравится, это не нравится. А ты просто стоишь с готовым бургером и нельзя, понимаешь? Он не отдал бургер тебе сразу, он говорит, забыл. Это очень хорошо. Ты видел? Скажи, видел или нет? Обязательно. И откуси в конце. Номер один и укуси. И откуси, да, в конце. Давай. Делаем финальный. Ты же понимаешь, что один дубль будет, все. Да, очень хорошо. Сейчас. Запомните вот такой, видите? Камера. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Сейчас, именно на его части, смотри. Сорян, Вася. Слава, улыбнись. Сними, как Тиман не ест свои бургеры. О, я хочу бургер. Впервые в истории Тимати реально вытащит клип в своем отсутствии. Да не, ну это бомба. Это 100%. Денис Устименко, Вайнштейн. Закончил свою работу на нашем брейке. Александр Степанов. Закончил свою работу на нашем брейке. Ура! Алишер Моргенштерн! Закончил свою работу, ура! Слава Мерло! Закончил свою работу, ура! А Егор Булаткин остается! И Тимур Юнусов тоже до конца! Звук там, да? Что-то как-то звук чуть-чуть. А это лимузин. Здесь не должен быть звук. Это лимузин. Здесь специально приглушен, с мотор 12. Другой. 12. Да, 6 литров. У тебя бы лишних 140 было, бля. Ты взял это? Я бы взял, взял. Не, ну честно. Взял? Я тебе отвечаю, что я взял. Нет, ну вот 2 миллиона долларов на звук же, да. Сейчас, включаю. Камера идет. Смотрю на звездопад. Наверх ушел, чтобы перешли на звезды. Смотрю на звездопад. Теперь мир как кино. Мы закончили! Я оставил им имя. Мое стоит дороже. На ракете с орбиты. Ты хотя бы так тоже. Эти тренды такая жвачка. Моментально без вкуса. Опускаю свои руки лишь для того, чтобы выкинуть мусор. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Я опять в твоем экране, если она прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Москва не верит слезам. Продолжаем! Я помогаю вот такой клип. Одним тейком. Смотрите клип на YouTube, ставьте лайки и дизлайки.